Вот этот новый цикл работ, который мы сейчас увидим, это в сущности продолжение предыдущего цикла графики. Продолжение не техническое, а скорее продолжение духовное, да, продолжение сакральное. Это продолжение того же направления семантического реализма, но уже в несколько другой форме, что потребовало, в общем-то, других решений. Да? И эти работы, в сущности, представляют собой, если очень коротко, да, то они представляют собой иллюстрации к легендам ордена Розенкрейцеров, да, и к древним мистериям. Константин Скопцов – это не просто клиент компании «Амелидиус», чьим личным брендом мы занимаемся. Это друг нашей компании, это мой друг. И для меня большая честь сегодня организовывать для него выставку. На сегодняшний день искусство – это очень хорошее направление для инвестирования. И я абсолютно всем инвесторам рекомендую скупать картины Константина Скопцова в первую очередь, потому что с каждым годом они растут в цене.